Это мой венецианский приятель. Спасибо. Итак, да. Почему венецианский? Потому что парень, в общем-то, начал жить в Венеции во время карнавала в прошлом году, в феврале месяце. Первое его выступление было там, на площади Святого Марка, на Сан-Марко Пьяцце. И сейчас буквально два слова, о чем он поет. «Кэ-ля-ля» – песня Рената Карасона. «Кэ-ля-ля» переводится как «вот та». И он сперва рассказывает, потом поет, что «вот та девчонка меня бросила и думает, я сойду с ума из-за этого, я застрелюсь, утоплюсь, отравлюсь, удавлюсь. Но я этого не сделаю, я найду девчонку еще лучше. И вот та, вот кэ-ля-ля, кэ-ля-ля, вот та, она пожалеет. И вернется, я прощу ее, потому что люблю ее, девушку недалекого ума». Я так перевел. Нежно перевел, я так и считаю. Кэ-ля-ля. Кэ-ля-ля. Мова дичене ка мова ласса. Секрет ка мова ласса сангамара. Секрет ка мова цишке помишпара. Passa e ma son liberato, ma pare che tu chi non ci, ma pare che tu cento su, io con canta pa felicità, che la la, che la la, ma dicendo che ma vola sa, se creda che ma faccio sangalare, se creda che impazzisca e poi mi spara. La la che la la, stava che piacere che mi fa, ma la figlia la di più bella e se della restarrà, che la la, che la la, che la la. Se crede che mi faccio sangamare, se crede che mi battisca e fammi fare, che la la, che la la, sapeva che piacere che mi fa, meraviglia la di più bella e se della resta già, che la la, che la la, che la la. Спасибо, спасибо, спасибо вам за вашу веру, вашу доброту и спасибо Пермь за этот замечательный фестиваль. И до новых встреч. Спасибо, с вами был я, Леонид Кондаков. Когда мне говорят, вы себя как ассоциируете с кем? С Карабасом-Барабасом? Я говорю, какой я Карабас-Барабас? Папа, я Карла. Спасибо.